Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы не Ольга Петровна Зимникова? А вы, собственно, кто? Я. А в чем, собственно, дело? На учет я уже встала, отмечаться через неделю только. Не через неделю, сейчас. А че сейчас-то? А че я? Я как-то грубо сказал? Мне применить силу, будете оказывать сопротивление? Вам окажешь. Я теплые вещи тогда возьму. Зачем? Поедемте так. Да нет, я возьму. Давайте, возьмем. Опять 25, а? И долго вы мне будете голову морочить, гражданка Зимникова? Так вы же меня не слушаете. Я что, по-вашему, дура совсем? Не травила я Дашку. Нет, гражданка Зимникова, на дур-то вы совсем не похожи. Но я вам хотел... какие еще Я пошла к Даше. Пошла. Хотела ей глаза выцарапать, чтобы по чужим мужикам не шастала. Правильно. И бутылочку коньяка с собой зацепили, чтобы клофелинчик там удобнее было размешивать. Так? Какой клофелинч? Да я этой бутылкой готова была ее убить. Вот. Но сначала... Хотел глаза ей посмотреть. Правильно. Посмотрели ей в глаза, выбрали удобный момент, да и дали подруге лошадиную дозу лекарства-то. Правильно. Да. А чтобы свидетелей не оставлять, мама ее подушкой задушила. У нее же за стенкой мама лежит. Так вы ее спросите. Она же наверняка все слышала. А я тайны своего визита не делала. Гражданка Зимникова, мы обязательно спросим Раису Сергеевну. Как только она очнется, мы обязательно обо всем ее спросим. Не волнуйтесь. А что с ней? Так, сердце не выдержало. Инфаркт у мамы вашей подруги. И всему виной вы, гражданка Зимникова. А? Чего тебе? Андрей Ильич, тут такое дело. Сажен! Зимникова! Сажен! Выйди отсюда. Андрей Ильич! Я сказал, выйди! Дождись меня, предбанники. Выйди отсюда! Значит так, гражданка Зимникова, я выйду ненадолго, а вы, Ольга Петровна, я вам очень настоятельно советую, еще раз хорошенечко все обдумайте и вот на бумажке все конкретненько изложите, как все было на самом деле. Приступайте, времени ждет. Слушай, Антон, ты мне скажи, это тебя что, в школе милиции учили во время допроса в кабинет начальника вламываться, а? Товарищ майор, Зимникова невиновна. Тихо! Невиновна. Чего ты орешь? Во-первых, степень вины у нас определяет суд. Это во-первых. А во-вторых, ты чего орешь? Чего ты орешь, а? У меня в кабинете, между прочим, сидит главная подозреваемая, которая только и думает, как бы ей половчей с этого дела соскочить. Да в том-то и дело, что не с чего соскакивать. У нее 100% алиби, в отличие от мужа. Ты хочешь сказать, что Зимников нас обманул, что ли? Ну, он не то, что обманул. Он не сказал всей правды. Но это уже зацепка. То есть Лена на месте преступления была, а преступление не совершала. Ты это хочешь сказать? Именно. Нормально. А вот и наш главный свидетель. Здравствуйте. Майон, давайте пройдем в кабинет и поставим все точки над «и». Точки, молодой человек, надо ставить над «ё». Почему над «ё»? Жень, это потому, что мы русские люди. Мы латиницей не пишем. Хорошо, что мы не японцы. Лена, а? Привет. Только... Слушай. Лена, мы тебя побеспокоили немного. У нас тут свидетельница пришла на опознание. Будь добра, включи, пожалуйста, мой кабинет. Железные нервы у бабы. Клим. Я говорю, самообладание у нее... Я тебе что такого сказал-то? Мария Ивановна, будьте добры, посмотрите внимательно. Вам знакома эта женщина?
Ну, что тут смотреть? Каша знакомая. Это Ольга Зимникова. Во! Зимникова! Я же говорил, что Зимникова. Что тут гадать-то? Зимникова есть у... Это Ольга. Ну, правда, давно я ее не видела, но, вы знаете, узнала сразу. Она как-то немножко повзрослела, а так-то это... Мария Ивановна, посмотрите хорошенько. Эта женщина похожа на человека, который выходил из квартиры Воробьевых в день совершения преступления. Ольга, так это она Даша, что ли? Марья Ивановна, мы пока не знаем, кто отравил Дарью Воробьеву, но мы очень хотим это понять с вашей помощью. Посмотрите, пожалуйста, внимательно еще раз. Да смотрю, Господи, смотрю. О, ну надо ж, Ольга, а. Это она, что ли? А может, и не она? Ой, нет. Вы знаете, не-не-не. Не она в тот день из квартиры выбегала. Ну что, я Ольгу не узнаю, что ли? А что вы так уверены-то? Может, вы просто не разглядели? Молодой человек, вы знаете, я, конечно, не так молода, как мне хотелось бы, но я маразмом не страдаю. У того человека не Ольгина походка была, понимаете? Не-не-не-не, не ее я видела в тот день, нет. Точно нет. Ну что ж, Мария Ивановна, спасибо за помощь. Как говорится, не смеем вас больше задерживать. Ребят, ну вы найдете этого мерзавца, что столько горя принес, паскуда? Да? Найдем, найдем, Мария Ивановна, обязательно найдем. Пойдемте, вас провожу. До свидания. Значит так, через 10 минут у Мельникова. Так, ну что, как продвигается наш эпохальный труд? Что эпохальный, ну важно. Очень содержательно. Не кроме того, что я вам рассказала, больше нечего добавить. Гражданка Зимникова, знаете, я попрошу вас какое-то время... не покидать пределы города. А я никуда и не собиралась. Вот и чудненько, Ольга Петровна. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Надеюсь, это наша последняя встреча. Не знаю, не знаю. Что значит, как вошел? Это же мой дом тоже. Был. Был твой дом. Ну, не начинай. Ну, что значит был? Ну. А то и значит... Так, значит, ты забирай сейчас все, что тебе нужно, и проваливай отсюда. Значит, ключи, запасной ключ оставишь в прихожей. А нет, не надо, не надо. Ключи мне оставляй. Я поставлю новый замок. Оль, послушай меня хоть раз в жизни, а? Ты мне... Просто ответь на один вопрос. Да не было у нас ничего с Дашей. Не было. Я... Ну, перестань ревновать на пустом месте. Не было, не было, не было, не было. Ты в тот день, вот, ну, когда Дашу отравили, ты у нее был? Значит, какая же ты мразь. Оль, послушай себя. Ну, что ты говоришь такое, ну? Решил одним ударом и от жены, и от любовницы избавиться, да? Ага. Пошел вон. Оль, мне сейчас нужно ехать, но я приеду и все объясню. Я все объясню, слышишь? И сейчас уйди, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Вот уйди просто, а? Приехала сюда. Решила помочь, чем смогу. Ну, спасибо, меня поселили в коридоре на диванчике. Спасибо. Но вы-то уж меня здесь нашли. Хорошо, что вы из города не уехали. А то бы вас объявили в федеральный розыск.
Знаете, нам есть с вами о чем поговорить.